Mən çox şadam ki, sizin Azərbaycana səfəriniz azad edilmiş torpaqlarda başlayıb. Президент Ильхам Алиев выразил удовлетворение, что визит иранской делегации в Азербайджан начался с посещения освобожденных земель. Вчера вы самолетом прибыли из Ирана прямо в Физули, Физулинский международный аэропорт. Побывали как в Физули, так и в Зангилане. И мы очень высоко оцениваем это, сказал глава государства. Отметим, что после Отечественной войны появились прекрасные возможности для регионального сотрудничества. После войны ирано-азербайджанские связи еще более расширились в этом направлении, и для регионального взаимодействия создана очень перспективная платформа сотрудничества 3+3, президент Ильхам Алиев напомнил, что первая встреча уже состоялась, выразил уверенность в их регулярности. Выразив уверенность и в том, что в ближайшее время иранские компании начнут активную работу на освобожденных землях, глава государства сообщил, что соответствующие поручения даны Министерству экономики. Проведены предварительные переговоры с иранской стороной, и теперь мы ждем конкретных результатов. Отметив, что иранская делегация накануне воочию увидела разрушение на освобожденных землях, президент Ильхам Алиев сказал, что в период оккупации Армения сравнила с землей все наши города и села. Поэтому сейчас на такой большой территории, более 10 тысяч квадратных километров, началась широкомасштабная созидательная работа. Вчера вы также ознакомились с работой по созданию Зангезурского коридора. Уже активно строится и автомобильная, и железная дорога, и мы получаем позитивные вести из Армении. Армения планирует начать данную работу на своей стороне. Словом, надеюсь, что поствоенный период откроет новые возможности для всего региона. Конечно, очень важен также вклад Исламской Республики Иран в эту работу, заявил глава государства. Что касается других вопросов, создания транспортного коридора «Север-Юг», строительства Худафринской гидроэлектростанции, возведения моста через реку Астарачай, все эти и другие вопросы обсуждались вчера Шаином Мустафаевым и, конечно, будут находиться в числе приоритетов в работе межправительственной комиссии, сказал президент Ильхам Алиев, напомнив об очень успешной и значимой встрече в конце ноября с президентом Ибрахимом Раиси, которая откроет новые возможности для ирано-азербайджанского взаимодействия и означает открытие новой страницы в наших дружных и братских связях. Пожелав президенту и народу Азербайджана здоровья, а также успехов азербайджанскому государству, министр Рустам Касими передал президенту Ильхаму Алиеву искреннее приветствие президента Ирана Ибрахима Раиси. От имени иранского государства поздравил по случаю достигнутых успехов в возвращении земель и завоеванной победы в этой войне. Иранский министр отметил, что проведенная встреча глав двух наших государств откроет новую страницу в отношениях двух стран. Сообщу, что вчера они побывали на освобожденных территориях, ознакомились с проводимой там работой по созиданию и реконструкции. Рустам Касими выразил надежду, что на запланированных сегодня встречах с официальными лицами Азербайджана будет проведен еще один обмен мнениями о двусторонних связях и совместных проектах. Он подчеркнул, что в период президентства Ибрахима Раиси Иран намерен расширить сотрудничество во всех сферах со всеми соседними странами, особенно с азербайджанским государством и народом, с которым имеется больше всех культурных, исторических и общественных уз. Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствие главы иранского государства и передал свое приветствие президенту Ирана. Во время беседы был проведен обмен мнениями по различным вопросам, касающимся двусторонних связей.